Ну фига ты снимаешь-то? Нахуй иди. Здравствуйте, товарищи, с вами Сэджет, Fire, Jack Frost. Ну нафиг. Мы играем в доту, и, как вы видите, Jack Frost уже зассал, потому что я говорил ему, чтобы он не брал. Ты не говорил, что надо. Я сказал, если ты возьмешь рандома, то мы сольемся. Ты взял рандома, чувак. И чё, ты не сказал то, что съемка? Да, ты это не говорил. И чё? Охренел. И чё, что я не сказал, что съемка? Ну и то, Сет. Я не понял, блядь, какая нахуй разница, съемка, не съемка. То есть, если не на съемку, то можно сливаться и играть как пидорасы конченые, да? Нет, просто не на съемку мы выигрываем. Мы сейчас в любом случае сольемся, и не важно, что. ФБ, это... давай, я ФБ сделаю. Что вы тут встали? Идите кто-нибудь один на лайну, блин, идите в жопу отсюда. Чего вы втроем встали тут? Макс, давай, чувак, под башню бегу. Есть мнение, что это ты, мудак. Только я сделал ФБ. Молодец. Вы втроем стоите, хули вам ФБ-то не сделать. Иди, короче, нафиг, выпендрёжник. Выпендрёжник? Я вроде не выпендривался. Ты всегда выпендриваешься. Я? Нет, чёрт, да. Ты меня с кем-то путаешь. Все это скажут. Я заколебал. Я никогда в жизни не говорил никогда, что я играю лучше кого-то. Ну, кроме тебя. Почему всегда я на миде стою с дальниками? С кем? С дальниками. Ну... Всегда с дальниками стою. Ну, вообще, чувак, всегда. Какая разница? Ну, мне труднее подойти к крипам, то есть... Не, да. Самое прикольное, что я взял топор, хотя мог бы взять ёбаный этот. И я его совершенно не использую. О, чё Скорпион тут делает, без понятия. Чё он творит? Её по всем точкам лазит. Ну, по крайней мере, это было не так уж и плохо, как могло бы быть. Так а чё это медведю-то собирает там? Чувак, ты же его взял. Тебе лучше... ПТ же, ПТ ему надо брать, да? Ты же забыл, как за него играть. В чём тут я забыл, как за него играть? Я не помню, чём его собирать. Ну, чувак, как ты мог? ПТ? Я хуй знает. Так, блин, надо урну собрать до первой ночи. Надо ему аркану собрать. Не знаю, что ему надо собрать. Заколебал он меня уже, ну честно. Ребят, может, снайп. Вы выключите этих родителей? Нет, сэр, ты снимаешь, это твои проблемы. А при чем здесь снимаешь, блядь? Мы чё, если... То есть это нормально, если ты сидишь, и мы слушаем, что у тебя в квартире происходит? А я ничего с этим поделать не могу. Ты можешь в другую комнату уйти? Нет, не вариант. Ты на ноутбуке. И чё? Ты можешь в другую комнату уйти? Сэр. Поняли? Ну ты ищи. Я думаю, то что мы затащим. А вы не хотели, не хотели. Я, конечно, не люблю Сларка. Я считаю, что это абсолютно мудацкий герой. Ну, Лайфстиллер он... в верхнем лесу. Ну круто, поэтому там, его тут и нет. Вообще-то там варды, все дела. Его видно. Должно быть. Например, тем, да, кто стоит на этой лайне, типа лондруида. Сука, они... Чё ты ко мне присосался, я не пойму. Тебе заняться нечем. Крипов. Да, они моих крипов увели, я не могу, и от меня ушел. Блять. Он сейчас разгонится и попробует увалить меня. Сучка, я всех просрал их крипов, короче, опыта вообще не получил. Лёх. Ну ладно. Пошел ты нахуй, сколько киллов ты сделал? Один. А я знаешь сколько? Один. Два. Да, два. Понял? Два ты сделал. Не зли меня. Я герой. А ты чё? Я тут самый клёвый. Я больше всех киллов сделал. Ты не можешь осуждать меня. Типа сы. Я не хочу, чувак. У меня в порядке с мочевым пузырем. Я рад тебе. Я не уверен. Я думаю, это сарказм был. Это был сарказм? Я просто не умею еще различать их. Круто. Ладно.
Это было пиздец тупо с моей стороны. Теперь ему еще ПТ собирать. Как? Ты хочешь собирать медведю какие-то артефакты? Нахуя? Прикройся, а. Сейчас ты сам говорил, что ты не выпендрёжный. У меня форточка закрыта, чувак. Я не знаю, о чем ты говоришь. Прикройся, значит, заткнись. СС, кстати. У нас тоже. Я не знаю, что творит наш Скорб. Ну, Скорб нормально, он помог мне убить, в принципе. Так. А что он делает? А, нет, у меня Ре. У меня Ре. А у меня СС. Я пойду вниз, помогу. Да, чувак. Что там, пара и Shadow Shaman. Да, чувак. А, ты тут? Ну да, как бы... Мы, конечно, я понимаю, что в разных городах находимся, но все-таки, я думаю, ты мог бы знать, как, на какой я лайне я стою. Я думал, ты сверху. Ага, я с ним бы и стоял. Конечно. Ну, давай, Бара, Шаман, кого тебе проще убить? Конечно, Шамана, блядь, чувак, у него не хп. Ну ладно, кидай на Бару. Ну, Бара, раз уж здесь. Ах ты, сука! Ладно, Шамана, Шамана, да не догонишь ты его, Шамана, давай. Ну, чувак, ну, блядь. Ты мог на него использовать обилку, и он бы не протонулся. Я не успел его даже выделить. Это у тебя, он, блядь, обилки нажимаешь. Пошел нахуй. Это у тебя обилка, нажимаешь ее, и она, блядь, юзается. А мне надо встать на ровную линию с противником. Да-да, отговорки, отговорки. Пошел ты нахуй. Мы посмотрим в конце игры, у кого здесь отговорки, у кого реальный счет. И пока я только не вижу у тебя счета, чувак. Бара к нам пришел, кстати. Может, потому что я первый раз играю? Ну, ты играешь как минимум 120 игр уже, чувак. Так что твои первые разы... Ты за всех героев должен примерно представлять, как играть. Твой первый раз... Я примерно представляю, как играть за Лондруида. Ну, вот видишь. Значит, отмазки типа первый раз не канают. Ну хорошо. По-моему, друид качается в лесу. Не всегда. Хорошо, пойду в лес. Нет, не обязательно. Может и на лайне. Ну, с медведем он, блин. Нет, может и на лайне фармится. В принципе. Okay. Обычно, правда, соло таких ставят лондруидов, но... Ну, я тут решил, я ему говорил. Где он? Не, не пойду. Да, блядь, опять на тебя бежит, короче, этот. Он уже убежал. Он на тебя побежал, скорее всего, или на крипак. А чему, блин, не знаю. Он взял ДД, но она ему не поможет. Ну, короче, Бара пиздецки умный у нас. Не то чтобы прям гений, но... Факт, что он до сих пор не слился, хотя мог бы уже. У нас да? тут этот, Леворикс... Не слился? Ты убил его? Да. Give me mana. Give me mana. Нати ман. Suck my dick, please. I give you mana. Так, пойду ПТ-шечку соберу. Надо Леворика мочить. Леворика? Ну, он же ресница. А то у него тихий. У него мало хп. Ну тут он ресница. У него ульта есть. А ну тем более есть. Мы вдвоем стоим, а ну один. Так что да. Бара и Шеше у нас. А, нет, снайпер у нас. Соло я на миде вообще не был. Какой ты нехороший. У нас, давай, короче, трое. У нас трое. Я сзади сейчас забегаю. Нет, ну пусть она сначала из этой. Из ждем, башни ждем. Выйдут. Они под башней, потому что шкерятся. Right. А, блядь, ты вообще не нам говоришь. Нет, мы со Скорпом тогда нихуя не сделаем. Ну давайте, у нас трое, у вас вон. Убили, молодцы. Бару бить вообще бесполезняк, надо бить этого. Он... Толстый, так, кто тут? Ну, лайфстиллер. Он не просто толстый. Блять, Shadow Shaman. Ебать, ну как же так? Ну, видите, так, пока мы не знаем. Я не знаю, кто кого больше боится. Я лайфстиллера или он меня? Я не понял, какого хуя я промазал. А, вообще. Давай. Пьен. Ты боишься лайфстиллера? Нахуй. А, ну в принципе, да, тебе так. За мной трое гонятся. Все. Тебе помочь? Ну как бы. Бегу. Да уже поздно, блин. Бесполезный лондруид и бесполезный Зевс. Зевс, ульта! Ульта!
Ты вообще-то сам бесполезный. Пой к нему в чат. Блять, я не ту кнопку. Где в сульту? Да нафига, он уже отрезался. Идиоты. Он уже отрезался. Можно было бы этого... Мог бы помочь Полонару. Этого убить. Как он? Маска для этого продается. Кстати, у нас что-то давно нет никого на лайне, я советую вам присмотреться. Маска продается в потайной лавке, которая за 900, которая регенит. Нет, вроде бы. Я собрал медведю аркан. Это нормально, да? Они все здесь. Аркан? Да. Это ненормально, чувак, это тупо. А если я себе аркан возьму, ему ПТ дадам, это нормально будет? Блять, аркан, медведь, нахуй тебе аркан, у тебя что, билки жрут много маны, что ли? Знаю, вам мана не нужна? Блин. Пока нет. Ну пофиг. Нет, твою дивизию. О, я прибегу к тебе, чувак. Я прибегу. Скотина, Shadow Shaman, ненавижу, блин, тут сказать. Я прибегу, тварюга. Чувак. Нафига я уже сдох? Не знаю, поржать. О, у нас снайпер. О, тут хоста, я его возьму. Больше нет никого. О, я Владимир сейчас беру, точно. Надо, короче, сначала Shadow Shaman, потом Владимир мочить. Дай. Да. Блин, не знаю даже, что сейчас забрать. Что мне вообще собрать? Я не знаю, что мне собрать. Смотри, что у тебя написано. Так, к вам идет из леса. Нет, внимательно. Внимательно. Они идут к вам из леса. Бегите к башне. К башне бегите. Я встречу их, и мы их разнесем. Здесь. Я ничего не обещаю, конечно. Вас еще всех убили? Нет еще? Я еще живой. Уже нет. Давай, ульта давай, уродская ты... у нее. Бля, черт! Нет, не побегу. День. Ладно, чтоб тут собрать-то мне такое. Так, снипера или бару? Так, снипера вообще или бару? Снипера лучше. А снипер куда-то делся. А, нет, вот он. Вон он. Ну он, блять, там еще и гуля. Надо, короче, всем. У нас будет 25 секунд, если что. А, у тебя ночь, типа, да? Ну побежали, побежали. Бару. Бару. Да какой нафиг бару, он толстый. Да какой нахуй разница, он слил свои пилки. Меня как обычно Shadow Shaman застанил. Где же ландруид? Да, где же ландруид, кстати? Фу, все. Ульт не прокачал. Ну блять, ну что ж я за рак-то, блять, в каждой игре такая хуйня происходит. Так, значит, мимик-мека, так, ага, доедалось, ага, все, понял. О, блядь, нет, а это медведю радиант, круто. Так, что там у нас, ну-ка, ура. Ой, вы куру даже не улучшили, ребят, вы чё? Как мне теперь выбрать? Сет, уйди отсюда. Ну, чувак, я их курой управлял. Ну, это понятно. Ай, сука, хотел на куре заюзать. Ладно, у меня КД маленькая. Так, Владимир есть. Так, чтобы еще собрать такого, да помощнее. Что советуют? Советуют. Ластилер, ластилер. Айв скади. Пошли. Или Лорик. Лорик. Или Бару. Нет, ластилер. Блять, они все там, не хочу. А, нет, идем. Нет, не хочу. Ты задрал. Ахуй. Мне в это превратиться в медведя, да? Конечно, блядь, нахуй тебе ульта тогда. Они все под башней. О, аркан, вот это заебок. Ну я очкую под башней подходить, слушайте. Не, ну снипера, конечно, можно убить по-быстрому. Нет, я без башни тогда не пойду. А сколько у тебя до ночи? Ночи я убежать. До ночи? Минуты до ночи еще. 60 минут, да. Блять. И еще ну, надо ждать, 3. Пока они из-под башни выйдут, наверное. До настоящей. Опаньки. Ну, не сым, ребят. Ну ладно, теперь можно и поссать. Ну, только немножечко. О. Блять. Надо, чтобы с ультой туда ворвался этот господин. Ландруид? Нет. А, господин Скорпион. Нахуя, да, он друиду с ультой, он всегда с ультой должен ходить.
Что-то, кстати, он притих. Да-да-да. О чем мне вам говорить? Не знаю, что-нибудь, чувак. Мы как бы на скайпе играем в командную игру, мы должны общаться. Блять, ну их трое, нас пятеро, ребята. Ну не под башню. 10 секунд. Ща, Паша их всех дрюкнет. Я не дрюк, у меня разложит. Если меня шадоу шаман под этот... Я, короче, даже шамана бью. Поехали? А ночь уже поехала. Давай, снайпер. О, убьем. Да ёпарасы ты! Блять, хуй ты встал? Я потерялся. Он воскрес. Да как? Шадоу шаман, блин, шадоу шаман. Вашу ж мать. Блин. Шадоу шамана мочить, сказал же. Ну, бегу, чувак, он убежал. Он не убежал, он стоял, он меня бил. Он ничего не делал. Вы двое стояли сверху. По крайней мере, лондруид точно там стоял. Я всех... Я вообще-то убивал, чувак. Что ты всех обвиняешь? Ты посмотришь, что у меня один килл в этом замесе. Да, только прикол в том, что... Ну, Шадоу Шаман убежал сильно далеко, в то время как Леорик стоял прямо под башней и... Блять. Давайте башню, не знаю, замолим. Нанеси медведям башню. Все. Nice one. Shadow Shaman, говорите. Через полторы, через две минуты будет ночь. Ну, а настоящая? Настоящая. Ну, и моя. Ну ты улица юзай во время ночи, чтобы он тебя просто так не проставил, если чё. Ну да. Несем эту сторону, я так подозреваю. Так, что на эскаде надо? Ой, два этих, нихрена себе. Ладно. Блять, а эскаде какой-то пиздецкий, дорогущий, я вам скажу. Ребята. По секрету. О! Кого вы? О! Бара, бара! Бара! Ебашьте его, блядь. Он туповатый. Леорик. Ах ты, сука. Смейки, баны. Вот, моя это пригодилось. Блин, я на тебя использовал вообще урну? На меня? Или она не действует на тебя? Ты на меня не действовал. Все действует. Скорее, не действует. Ну, все действует. Я не знаю, просто я на кого-то... Ширный пиздец. 1300 хп. И медведь 2700. Это не все. Блин, кто там, змейки эти. Сейчас мы затащим. 20 секунд. Ну, чего 20 секунд? До ночи настоящей. А, еще даже не ночь? Нет. Еще только день. Ну, они сейчас, змейки, кончатся и пойдем. Все, кончились, все, пошли. Все, закончились. Так, я врываться под башню 5, не могу, а то я сбежать не смогу. 4, 3, 2, на снайпера. 1. Нет, на Шадоу Шамана, нет, на кого-нибудь. Все, пошли, пошли, ты первый должен бежать. Странно, нету ночи. Ну ладно. Снайпер. Давай. Я его не смог так догнать. А, меня закурили. Да все, что там, не бежим, пьем башню. Почему ночь не началась, я не понял. Она должна была начаться в этот момент. Ну, счетчик твой чуть-чуть не сработал. Ну, мощим башню тогда хотя бы. Ой, а я думал, говорю, крипов нету. Странно, она должна была начаться уже. Да сейчас, я не понимаю, ну вот, например, судя по таймеру, она и не должна начаться еще. Нет, таймер вообще не пашет. В смысле? Вот этот полукруг, он, видишь, где он не работает? Он не работает, Сет. Как это не работает? Он некорректно работает. С чего ты взял? В прямом смысле. Что ты это взял? Я думаю, что я ночь видел. Будет где-то через минуту. Нет. Через, нет. Ну, через минуту. Я не знаю, когда она будет. Но когда вот эта фигня дойдет до конца, не начнется ночь. Так она и не должна до конца дойти, она должна дойти до середины вроде как. Да все равно не начнется она. Может пронесем вам еще стороны какие-нибудь? Да пойдемте, да, на мид или на низ. Ну вот видишь, ночь, 20-10, до середины дошла эта хуйня. Ну, че, куда идем? На мид. Давайте на мид. Окей.
Там и так почти башня пронесена. Сейчас с этой же пачки крипов и вынесем ее. Несем сразу. Так. Ура, кому-то что-то несет. В всякий случай куплю. То мало ли. Стох. Куда вы побежали? Куда вы в потайную лавку побежали, мудаки? Э! Ну видишь, мы с тобой нормально, мы помочим. Успокойся. Когда побежали, Сейчас я пойду в потайную лавку. Нет, не коплю, не накопил. Пошли вниз нести теперь. Да, давай, пошли вниз. Они теперь только на мид пришли обороняться. Нам уже низ им пронесем. Я не понимаю, где я. А, меня тормозит медведь, блять. Жирная жопа, сука. Ты сам тормоз, блин. Ты меня тормозишь. Ты тормоз по жизни. Ты чё, через бэкдор решил? Это нечестно. Тут нету бэкдора. А, это же первая башня. Значит, я туплю. Все равно. Без врагов башни бить вздумал. Читер! Так. Я так, в потайную лавку. Они сюда пришли. Охрененно. Чё? Нет, ну он в потайную лавку. Они здесь, если что. Они, похоже, на меня сейчас выйдут. Да, Леорик вышел. Кто тронул-то, блин? Я на зря даже... Опа, сейчас Сларка. Чё Сларка-то? Сларк всех выйдет. Ну, Найтсталкер, конечно, убил, но... Сларк мог всех выебать. Пошли, пошли, пошли! Снайпера, снипера, снипера, снипера! Да какой нафиг снипер? Тут снипер, чувак. Да. Ну вот видишь, надо было снипера. Он тут где-то шарится. Вот они. Вот они. Вот же они. Ждем крипов и нападаем на башню. Крипы наши дерутся. Ну давайте, убьем тогда. Крипов вражеских и нападаем на базу. Сколько у меня? 12 ловкости похищено. Не так много, как хотелось бы, конечно, но тоже неплохо, я думаю. Или что, вы считаете как-то иначе? Несем. Да убиваем его, охуел. Радианс на этом соберу, на медведя. Блять, да что ж ты меня бьешь? Блять, не то залезал, ну ладно. Шикарная игра. Блять. Так. Да куда ж я прыгнул-то, ёб твою мать. Вроде на врага выделял. Вот за это я и ненавижу эту хуйню. Сларка. Нам повезло то, что против нас играют какие-то говнари. Почему? А, ну да, хотя они с самого начала что-то тупили, они как-то странно. Потому что если я с Ларком нормально играю, то это значит они говнари, потому что я машу, блядь, в 90% случаев. А я Лондру иду. Кого вы пьете, бейте, я хуйню. Давайте спасем, ладно. Ладно, я добью. Я добью, дерись. Пошел ты, я тоже хочу себе бабла. Силы тьмы потеряли что-то там. Яйца надо. Так, 275 орб стоит. Как будто я забрал свои вещи и сделал себе вангуард на вражеской базе. Да ебаный в рот, вы посмотрите, я же вплотную к нему нахуй стоял. Какого хуя я пролетел через него, блядь, 10 метров? Сука. Банутая система. О, я Сашу Яшу собрал. А, блядь, доступен в потайной. Пошли, пошли, Леорика, ёбнем, он за нашей курой бежит. Да, блин.
Лёрик за нашей... Сука, на хосте. Ну я догоню тебя, педрила. Ты же не думаешь от меня скрыться. Сука, не успел заюзать. 3, 2, 1. Блять, Риолик, Лёрик, сейчас резница. Я бегу со всех сил. Думаешь, я его боюсь? Ну как-то так. Вообще капец. Чё уж тут поделаешь? Как-то так. О, реген. Прям как по заказу. Так. Думаю, Iron Branch мне уже не сильно нужен. Я ну давайте помиду теперь башню пронесем. Я на базу. Давай пронесем. Давайте, чё уж. А что, вы еще не принесли башню им, что ли? Что же помиду вы делали-то, пока меня не было? Так, Eye of Skadi. Вот как это называется, ребят. Eye of Skadi. И что он делает-то хоть? Я просто не читал никогда. 25 ко всем атрибутам. Не, почему они... Почему, блин, они меня мочат? А, замедление движения. Ну, ты самый страшный, наверное. Ай, блин. Все побежали, даже меня не спасли. На, вот так. Блять, у меня игра зависла. Твои проблемы. Посмотрите на эту алчную сволочь. Твои проблемы. Мы в одной команде, падла. Чё? И то. Давай, Балана, отшиви. Не бойся. Ебать, 24. 66 ловкости похищено. Охуеть. Чтоб собрать себе. Оно тебе все спадает уже. Нет, ну они все умерли, я виноват, что блять. Ой, а кто это был? Чё-то я не понял. Сейчас Зевса попробует ёбнуть, наверное, нет? Лайфстиллер и этот. Снипер. О-о-о! О-о-о! Смотрите! Чего? Самоубийственная миссия, вперед. Че бы еще собрать? Так, БКБ. А против кого? Против одного этого, что-то мне неохота. Сашу Яш? Да. Ебать. Действительно думали, что я не убегу? Наивные. Ай. Ну че, вы где? Балонар, пошли, ёбнем их на миду. Какого-нибудь паратрума или лайфстиллера. Да ёбараса ты. Ну замедли его, ты заебал, первую кинь. Что ты делаешь, пиздец? У меня просто эти... Что у тебя? У меня иллюзии бегут дальше, чем я сам. Я думал, у меня просто это... Что-то у меня подвисает она еще к тому же, я не знаю почему. А такая же хуйня, кстати, может сервер лагает. Никогда ну такого чё, блять. Пошли змеи. Вверх пронесем. Вверх, там змеи, не хочу на змеи. Пошли вверх. Помните, Рошана убил. Нахуй он нужен, вверх пронесем. Ну, ребят. Ну, вверх пронесем. Нет, не бей меня, ты крила. Сука. Не знаю, где я, не вижу себя. Ну ладно. Так, мне надо порегениться. Тарашку? С Тарашку, что ли, собрать себе? Тарашку. Тарашку. А, у меня ночь кончилась. Ну и чё, чувак, не страшно. Тарашка. Тарашка.
Вот теперь можно и мид. И кто говорил, что мы проиграем? А, блять, чувак, тебе просто повезло, что с тобой в команде такой клевый чувак, как я. Угу, конечно. А чё, нет, на счёт посмотри. И чё? Ну и ты поймёшь, почему мы выиграли. Ты лох. Видите, этот человек просто необоснованно ругает меня. Я не заслужил такого обращения. А потом в комментариях пишут, что еще Джек Фрост да. сет обижает. Пишут еще, что я его обижаю. А я тут вот. Выкладываюсь а на 120%. Я ему в ответ это делаю. И он... Пойдемте убьем Рошана. Ну пошли убьем Рошана, заебал ты нет. Чура, Егис мой. Забирай. А зачем тебе Боюсь. Его, если тебе Егис не нужен? Деньги. Да, мне деньги нужны, я хочу сыграть Аганим. Аганим? Нахуй тебе Аганим. Увеличивает обзор ночью. Он тебя бьет, что ли, или меня? Я не вижу твои хп. А, вот он меня бьет. Ты 15-й, чувак. А у тебя хп меньше, чем у меня. Надо же. Да. Ну зато Они у меня на... урон маленький, у меня ловкость наворованная вся сетовалась. Он меня оглушил. Че это? А, это ты выкинул. Наверное, надо было немножко другое выкинуть. Щит-то еще поможет мне? Спасет жизнь неоднократно? Ну, блядь, сколько же можно тебя... Забирай. Пошли наверх, ёбану. Сейчас. Подожди. Ты заебал. Чего ждать-то? Чего ждать-то? Все, все, я собрался. А уже поздно? Поздно? А я готов. Пошли наверх, вон там убивают. А теперь поздно? А хотя нет, мид давайте принесем, чтобы были мега. 1200 стоит эта хуйня. Блять, я как всегда гениально просто прыгнул. Просто лучше всех. Меня чуть не убили. Да ладно, не парься ты. Лучше бы себя кинул, у меня-то хп восстановились. Да нет, я убежал. Да ёпрос это. Что-то, блин, ну не могу такой... Что-то... У меня урон маленький, надо было Сашу Яшу собирать. А. Чё? Нет, 41, все норм. Я не знаю почему. Я догоню Шаду Шимана, мне он не нравится. Да? Нет, меня бьет Леорик. Вместе с остальной Аравой. Я башню сломал. Че? Я башню сломал. Мне не Молодец. Хватает дамага на этого. А, у него Shadow Blade. У кого? У снайпера. Да, лаги какие-то. Сука, вообще, нет. Я не могу просто. У меня ничего нет. У меня есть лаги. Так, минус пинг. 155. Да ёбаный ты дегенерат, нахуй. Пока у меня пинг 45. Но при этом таком пинге никогда не лагало. Они меня убить хотят, нет, не меня. У тебя есть Егис. Да, поэтому я и сдох. Я бы мог убежать. Но я сдох, потому что у меня Егис и мне все, у нас мега крипы. Мы можем даже не париться уже. Они смогут их убить, чувак. Они могут еще все. Все еще изменится, чувак. Они просто да, они пронесут уничтожат на нас. Пойду на крипов. Конечно. Что это было? Непонятно. Че? Медведь бормался. Я пойду. Не знаю, зачем накуплю. Блять, как... Нет, у меня урон слишком маленький. Зря Тараску собрал, надо было Сашу Яшу собрать. Скади, Тараску, наверное, их не стоило вместе собирать. Слишком много всякой... лишней хуеты, которая дамаг не дает. Но как-то я их все равно убиваю, тем не менее. Что странно, на мой взгляд. 126 плюс 18, у кого какой дамаг? 118 плюс 24. Нет, не так уж и мало, как у Баланара. Ну, у тебя скорость атаки больше. Да.
Я, короче, на выжимаемость собрался. Но ночью она еще больше. Вместо того, чтобы на дамаг собираться. Блин, я тупанул, дал ночь сначала включить. Да как так? Хватит меня бить. Сколько крипов? Он просто развалился. Кто? Леорик? Да, Леорик. Просто... Да. А чё у меня распас. Первая? Она как-то в зависимости от этого? Снайпер вообще меня... Мне даже дамага не на меня столкового. Нет, ребят. Сейчас такие крипы, блин, сдохнет, блин. Ну что? Что? 14-1. Что? Кто лучше сейчас? Смотри, чем он Балонар делает. На Балонара смотри. Он кричит: вы все говно! 14-1, видали? Так, у кого лучше счет на карте? У Сэда лучше счет на карте. Кто получает шмотку? Конечно, не Сэд получает шмотку. Получает Куля, который 2-1-7. Ну, да, он заслужил. Рарный сворд на Акса. Охуенно красивый сворд на Акса, рарный. Получает я тот, кто хуже... Ну похуй. А тот, кто чуть ли не хуже всех сыграл в команде. Хуже только Леорик 0-10. Если бы он получил шмотку, это было вообще капец. Короче, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Сэд, Джетфайр, Джек Фрост. До свидания. Пока.